Здравствуйте, это журналист с сайта «Обозреватель». Мы звонили, говорили, что будем. Здравствуйте. Можете нам сразу провести небольшую экскурсию, показать, что у вас... Дочка, помилуйся, сегодня твоя область. День 9 числа. 9 числа. У нас был разбой, нападение на нашу дверь. Вот выламывали дверь. Ну, це вони нам провода вривають. Повривали провода. Вчора відключили нам електричество. Ну, ми визвали поліцію. Поліція визвала нам електрика. О, і это. І електрик нам зробив світ. Посуду ми миємо тут, у ванні. А то у нас кухня там. Там у нас проживає орендатор, хазяїн здав в оренду. А хто там зараз живе? Скільки чоловік? Олег. Олег. Здравствуйте. Здравствуйте. Ми журналісти з сайту «Обозреватель». Можна, пожалуйста, убрати камеру? Да. Давайте мы не будем вас снимать. А так, можете рассказать, вы здесь живете или что вы здесь именно? Делаете? Нет, я здесь не живу. Нет, девочка вчера пришла. Я вчера приехала. А вы здесь в гостях или как? Нет, меня попросил приехать сюда Олег. А Олег здесь живет? Да, он скоро будет. Угу. Хорошо, мы тогда его подождем, может быть, он расскажет. Вы в мультиварке готовы? То сейчас мы варим вместе вот это все в мультиварке. Посуду моем мы в ванной, потому что там матрас надутый. Посуду мы моем в ванной. А когда нам вырвали позавчера трубу, вот эту газовую вырвали и убрали, можете пойти подивиться, сняли. Они полностью ее. То вынуждены были брать мультиварку. И на мультиварке варить есть, потому что их же треба кормить чем-то детей. И нам так само питаться. То сейчас пока тут у нас мини-кухня, конечно, неудобно, не эстетично это, но другого выхода пока на следующий день у нас немає. Да, у меня муж взял кредит, а я вышла поручителем. И апелляционным судом від 6 липня, все, від 6 липня 15-го року наложений арешт на будь-які дії. З цією квартирою на РДБанк. Зараз 6 июля наложен арест банк, на банк апеляційним судом. 6 августа квартира продана РДБанком некій Полі. А в ноябре, да, продана між, ну, йде сделка купівлі-продажі між Полі і Аврамовим. На что вот 9 ноября, ну, новый наш хозяин, по-человечески, наверное, он так считает, что зашел в квартиру.